Время без 10:04. Только-только вот ветерок подул. Вроде чуть-чуть как будто прохладный. Это какой-то ужас, други, сегодня было. Тучи какие-то. Сейчас покажу, сколько градусов сейчас. Сейчас чуть-чуть ветерок подул. Вон, деревья, видите? Чуть-чуть. Вроде как прохладный. Сейчас вот, 38 градусов. А было, я приехала в часов 10. В часов 10 уже было 43. Где-то, наверное, к обеду 44 было. Но я не сняла просто на слово, поверьте. В городе не так жарко. Я говорила раньше, что летом, допустим, градус на 5, на 7 у нас жарче, чем в городе. А зимой, наоборот, на 5, 7, 10 градусов холоднее, чем в городе. Где же этот? Открытая местность. Вон бочку. С бочки на бане слила воду, помыла бочку. Там кипяток. Приехала сразу в бассейн, окунулась. Потом хотела, думаю, помоюсь. А он в синяя бочка. Вон. Залезла на крышу. Смотрю, там, знаете, ну, сантиметров 20, наверное, воды осталось. И там вот это ржавое все. Я его весной просто в воду залила и забыла помыть. Слила, помыла, швабру принесла с тряпкой. Сейчас наполняю воду. Солнце. Ой, скорее бы уж села. Мои хризантемы цветут. У соседки брала, у нее только-только вот такие вот бутончики. А у меня они вот цветут. Хризантемки желтые. Они, в принципе, осенние, не знаю сейчас, почему они. Вот. Вот. Вон выглядывает. Вот. Вот траву здесь. Вот здесь вот порубала траву, вон под баню кинула. И дорожку, потому что оттуда нужно на крышу запрыгивать. Все, пойду домой. Бочка где-то, знаете, ну, сантиметров 30 воды набралось. 1/3 бочки, 1/4 бочки набралась воды. Жарко же сейчас, все поливают. А вон там, что там за дым? Не знаю. Ой, время 6:20. Вон солнце где. Вот. Вроде ветер дует, ветерок. Там наверху вон тополь. Остатки тополя вон колышется. Думаю, погода попрохладнее стала. Не знаю, сколько градусов. Решила вот здесь вот ромашки повылазили, трава. Взяла триммер, покосила. Вот здесь вот, потом здесь немножко, здесь выборочно там травки, ромашки. И вон до ветки вот так повыкашивала. И здесь маленько где-то прихватывала. Ой, друзья, вот ветер дует, а мошкара вот в траве пряталась. Ой, сетку на голову не надела со шляпой. Думала, ветерок же будет сдувать. Фиг, они вот сейчас перед телефоном тоже летают. Сейчас, наверное, виноград пролью хорошенько. Ой, да ладно. Ой, первый раз у меня виноград будет. Одна только, да? Ой, вот еще масипусенький. Но надо же, я эти не видела. Все? Три кисточки? Ну ладно, хоть три. Листья ничего не обрывал, не умею, друзья, я. Вот две маленькие несовершеннолетние виноградины. Вот это тоже. Не знаю, что за виноград. Я позапрошлый год, по-моему, покупала. И все. А эта лоза в этом году не хочет. А эта вот сюда упала. На этих несовершеннолетних. Сейчас надо отцепить их. Ой, друзья, это вот в этом году выросло. Это мой виноград. Китайский.
Ее, наверное, тоже куда-то нужно спустить сюда. Пускай она здесь переплетается. Осенью разберемся. Вот. Это вот виноградинки. Вот. Вот это выросло. Здесь две штуки. Это я рассказывала. Виноград китайский. Вот еще один. Куда пополз? Куда пополз? Винограды так не растут. Вот и здесь почему-то персик вырос. Вот. Это виноградинки. Я покупала вот китайские здоровые. Виноград крупный, как слива, как вишня, как слива. И по зимой ела перед окном. И в горшок цветочный плюнула. И вот они выросли. Но им уже где-то года по три. В прошлом году высадила, совсем маленькие были. В этом году тоже маленькие. Это вот смотри, какая лоза вылезла. Я их на зиму укрывала все. Это вот эту бандуру я делала, типа шпалеры. Но не подумала, что там дальше яблоня растет. Ладно, разберемся. Мне что ли, как говорится, два пальца об асфальт переставить шпалеру. Можно будет сюда переставить, наверное. Не знаю, короче, пока пускай стоит. Или яблони вон те веточки срезать по осени. И здесь проволоку натянуть, чтобы она по ней вилась. Вот. Здесь маленько посрезала. Так, в теплицу сегодня я не заходила, не поливала. Я вчера хорошо пролила. Вон огурцы висят. Ой, сейчас залезу. Опа, здесь ведро стоит, блин. Вот я все помидоры подвязала. Вон они стоят. О, помидоры! Вы, у вас хоть есть завязи? Или вы понарошку все цветете? Или в теплице вы не растете у меня? Это вот какая-то другая помидорина. Это вот эти маленькие, то они сами по себе выросли. Ой, мне кажется, это знаете какая помидорина? Это которые мелкие вишни. Нет, вообще-то здесь такой цветочек. Вот. Это что значит, что им воды не хватало? Здесь мягкая. Ну, я вчера пролила, сейчас еще раз полью. Время 6, друзья. 30 градусов. Ветерок дует, прохладный. Но по сравнению с тем, что было, мне кажется, это рай. Как траву покосила, еще домой не заходила. Сейчас огород полью маленько. Ну, огород громко сказано. Здесь помидор, который самосевом посеялся. Это вот, который как вишня, маленькие. Редиску все убрала. Вот морковка засохла, сейчас надо полить. Где шланг? Так, огурцы подрастают, цветут. Вот, завязывается огурчик. Здесь тоже вон огурчики завязываются. Сейчас полью. Земля влажная, я поливала их. Вот, куда-то они туда ползут все. Почему-то в другую сторону не хотят ползти. Помидоры тогда поливала. Листья скрученные. Опять что ли поливать? Это вот сын натаскал с компостной ямы. Ой, смородину бы полить. Эти прям чахнут. Я бросала шланг позавчера на землянику, на лук вот. Ой, вот это, смотрите, какими шапками цветет. Тот, как вам говорили, лук. Парей, что ли? О, жуки. О, здесь сколько жуков вон. Вон, черные какие-то. Ладно. Перенесла, друзья, перепелок в подвал сегодня. Они жили там в верхней клетке, вот она верхняя. Это нижняя. Хотела поставить, но не смогла. Потому что ее нужно с двух сторон поднимать. Видите, вот эти штыри. И там вот такая квадратная труба, ее надо втыкать.
не стал заморачиваться. Здесь прохладно, но перепелком пахнет уже. Здесь вот окно, он приоткрыто. Я когда принесла, друзья, вы бы видели их. Ой, они там, открыв рот, дышали. Сейчас корм насыплю. Ой. Свет включила, они забегали. Принесла сюда, клетку посадила. Они все на сетку легли. Какое-то время, пока там вот это сюда переносил, эти там корм, вон ведро корм пересыпала. Сюда холодную воду набрала, много не стала, думаю, чтобы почаще менять воду, чтобы не закисало. Захожу, они все лежат на боку. Я думала, блин, сдохли. А они, оказывается, в прохладное место пришли, вырубились, не стали ни есть. Он тебя долбят, пьют он. С той стороны, там вода капает, не капает. Ну, капала вода. Он не перевидно. Я ему такой штучкой ниппель немножко вот так задевала. Или вода плохо идет там. Ну, блин, я там не вижу издалека. И они там пить хотят. Сейчас я принесу ту баночку. Наверное, опять корм туда насыплю. А здесь с краю ту баночку принесу, наверное, сюда. Наверное, так и сделаю сейчас. Пришла за той баночкой. Этот бедолага тут. Иди сюда. Куда ты уполз? Пей. Где ты? Где ты? Я иду за тобою. Ну, пей. Лежи тогда здесь. Сейчас я ему поилку подниму. Насыпала еще корма. Принесла вот эту баночку. Повесила здесь. Там некоторые там долбят. Сейчас. Вот. Снипели. Нет, нет, капельки пьют и здесь. И здесь вот. Те вон кушают. Сегодня, когда приехала в 10 утра, зашла, у них 35 градусов там было в сарае. Друзья, я даже не телефон оставила на зарядке, потому что телефон разрядился. Вы бы видели, как они дышали. Клювы открыты, тело колыхается. Потом я пока их на опилки пересадила. Ой, там родная стихия. Они как начали опять там летать, купаться в этих опилках. Вот это вот поменьше, некоторые поменьше, это вот, по-моему, самочки. Или наоборот. Некоторые спокойные, прям руками берешь и пересаживал в коробку. А некоторые, ой, по клетке бегали. Вот эта клетка для 30 перепелок за глаза хватает. Вот. Я им здесь вот маленькую лампочку. Днем, когда перенесла, я свет выключила, с окошка. Тусклый свет, но глаза привыкают к темному. А сейчас под вечер включила свет. Думаю, до ночи оставлю. А на ночь, наверное, выключу. Или поменьше лампочку принести. Посмотрю, друзья. Там он снипели поют. Ой, поют, говорю, пьют. Есть там вода, нет воды. Наверное, нужно тот край, наверное, тот край приподнять нужно, чтобы вода хорошо лилась. Сейчас попробую приподнять тот край. Ой, друзья, думал, что вода плохо капает, не идет.
Оказывается, вот здесь вот шланг, он перегнулся, загнулся, и вода плохо шла. Не то, что плохо шла, вода не шла. Бедные птички мои. Видите, пить хочет. Но сейчас уже снипели, нормально вода идет. Там снипели, вон капельки хорошо идут. Клюет и по капле хорошо пьет. И здесь. Думаю, блин, ну что такое? Взяла бутылку, положила, потому что там перегнулась, а там, если поднять, вот так, здесь вот так перегибается, видите? Поэтому так положила. Сейчас еще раз встану, посмотрю и домой пойду. Вот. Она вот так была перегнута. Сейчас вот стоимя стоит. Вот. Воды вот сколько. Чтобы свежие доливать. Вот здесь в баночке вода есть. Корму полно. Прохладненько здесь. Здесь градусов 18-20, наверное. Для них хорошо. Поддоны. Поддоны почистила, правда, опилками не засыпала. Завтра приду, почищу. Буду каждый день чистить, чтобы в подвале не воняло. Ой. Поэтому стульчик принесла сюда, чтобы не наклоняться. Все, друзья, пошла я домой. Что-то я устала. А, мне надо... Сейчас не домой, сейчас пойду в бассейн. Поплаваю. Где начатая коробка? Вот. Вот начатая коробка, по-моему. Сейчас. Ой, дозик весь линяет, весь линяет. Но он не дается вычесываться. Он попрохладнее стало. Сегодня в бассейне как приехала, искупалась, потом раза два-три плавала. Не плавала, просто окуналась. Вода была 35 градусов в бассейне. Яблоки понападали. О, о. Ветер дул, яблоки понападали. О, уже поспели. Эти яблочки. Какие вкусные. Это вот, наверное, с какого дерева. Друзья, время 8:05. Что готовят ленивые хозяйки? Здесь полтора окорочка, картошка, вот это зеленое плавает мэш. Кто не знает, это между фасолью, ну, типа фасольки, вот такие вот они, мэш. Потом лук еще не закидывала, болгарский перец закинула, пускай так варится, типа гороховый суп, типа, видите, зеленоватые. Потом укроп порежу, лук порежу и помидор один, без зажарки. Здесь, друзья, тоже полтора или два окорочка порезала. Вот раздербанила ножки, спинки, вот ляжки, вот мясо, морковка, лук пережарила. Но что-то чует мое сердце, что воды много налила я. Ну, как получится, получится. Значит, если не плов, значит, получится каша. И закинула рис уже. Сейчас закипит. На медленный огонь поставлю. Так. А эта кастрюлька, здесь кипят эти... Ой, ложка это залезла, ладно. Здесь это с окорочков шкурки, потом гуски, потом вот сиськи-письки. Это я собакам отвариваю на завтра. Пускай полакомится. Вот. Сейчас это пускай закипит, потом на маленький огонь поставлю. И вот это можно на маленький. Вчера газ помыла. Ой! Вот так вот супчик прикрою сейчас крышкой. Это пока пускай кипит, потом крышкой прикрою. Здесь кто бегает? Кто здесь? Ой, кто здесь? Симона? Ой! Симона? Симона! О, дальний свет включила.
Ой, пока это все сварится, долила себе чай. Это вот черная смородина, все, что осталось с моего огорода варенья. Ели, кушали. Вот перелила такое варенье. Сегодня хотела пиццу купить, а не с 11 работы, я уже 10 была. И купила, короче, вот такой кусман. Он вот такой треугольник был большой. 350 тенге. Но я не люблю такое. Это не пицца, это просто типа пирог. У меня мама такой раньше делала. В колбасу там все накидает. Здесь сыром, по-моему, даже не пахнет. Ну, в обед я съела. Сердечком булочку в магазине не было. Купила вот такой улитка. Это я уже отщипнула с этим, с изюмом. С кефиром на полдник я кушала. А сейчас чай. Вот это да, перекушу и буду ждать плов. Ой, умеете такой суп варить, нет? Вот помидор порезала, лук порезала без зажарки. На маленький огонь поставила. И пускай они варятся. Почему-то на маленький огонь поставила. Не знаю, названия нету такого супа. Картошка. Вот, мяш. Курица, помидор, болгарский перец, лук. Потом укроп или... Укроп. Готовый уже. Закину. А там уже убавила. Вон, плов томится. И собачкам бульон выключила. Все, други. Маленькую эту я доела. Как его? Лжепиццу. Чай попила. Не знаю, сейчас пойду лягу уже. Собак покормила. Симона покормила. Вот посреди комнаты сидит. Симона! Эй, Симона! Вот хочешь, обходи, говорит. Понятно. Нет? Понятно. Ой, другие, смотрите, какая страшная. Это я в бассейне купалась. Поливала, огород поливала. Блин, я сегодня... Что-то я сегодня много работала, блин. Считайте, на баню сколько раз залазила, там эту бочку мыла под солнцем. Под солнцем, или когда уже солнце спряталось, обросла уже. Пока помыла, пока воду набирала, пока с бочки все это вода внизу в бане стекала, чтобы грязно было, чтобы грязная вода стекла. Потом там траву косила косой, секатором. Здесь газонокосилкой покосила. Считай, сегодня перепелок перетаскала, клетки таскала, поддоны чистила. Огород полила сейчас, на клубнику сейчас воду пустила. Клубнику половину полила, там крыжовник полила. Крыжовник красненький, оказывается, он. Не зеленый, а красненький, говорили, зеленый. Вот. Потом там помидоры, огурцы полила. Комары искусали насмерть. Черная, как сволочь, стала он уже. Хотела, думала, вечером схожу в баню, ну, в душ помоюсь. А я вспомнила, что я там холодную воду набрала, ледяная она. Душу, может, искупаюсь. Все, други мои! Время 15 минут 9. Так, ложиться не надо, потому что я если лягу, усну. А на огне стоит еда, готовится. Наверное, сейчас лягу, буду смотреть кино. Какой-то там Шукшина снимается. Я потом напишу, какой. Ой, как, так вот совсем черное, так вроде посветлее. Она там вообще Шукшина это дочка. Она там следователя играет. Хорошо играет. Многосерийные. Сейчас, наверное, ложиться не буду, усну, потому что мои глаза закрываются. Сидя буду смотреть. Ой. Ладно, другие. В общем, с 5 на 10, с 10 на 1 перескакиваю, раз объясняю все. Ладно, другие, давайте на сегодня уже все, наверное. Сейчас доготовиться и спать пойду. Другие, все, плов готов. Но я, блин, булочку поела, варенье поела. И что-то прям не хочу. Пускай стоит. На ночь так вот немножко приоткрою.
А этот супец, что там? Я бы сейчас, знаете, душу сполоснулась бы и легла бы спать. Время 8:20. Сейчас я попробую вот это. А-а. Еще чуток надо, чтобы доварилось. Ладно, подожду.